сегодня у нас на обзоре уже бестселлер. Бестселлер, да, вроде так. В общем, большинство автомобилей сейчас идут с голеньким пузиком. Это не это, как раньше. Ох, а что ты так ревешь? Что ты сигналишь, я не понимаю. Как у всех практически сейчас. Это не динамичный автомобиль. Ох, ох, что тебе не нравится? Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь и комментируйте. Потому что наша активность благодаря вашей активности. Сегодня у нас на обзоре уже бестселлер. Бестселлер, да, вроде так. В общем, Havell H3. Хотите узнать актуальную цену на данный автомобиль? Переходите по ссылке, которая будет располагаться в описании к этому видео. Там попадаете на страницу модели, видите, какие цвета, какие комплектации. Самую главную цену. Максимальную, минимальную. Максимальная цена — это просто пришли, купили за наличку. Минимальная цена — пришли, купили и воспользовались разными услугами, такими как трейд-ин, кредит, бывает еще поддержка от представительства. Ну, там разное, многое чего бывает. В общем, вся информация будет там актуальная на тот день, когда вы хотите совершить покупку. Все, с ценой определились. Ну и давайте немножечко поговорим непосредственно о марке Havell. Вдруг кто-то с ней не знаком, слышал, но не знает. Значит, Havell — это Great Wall. Great Wall — это такая топовая китайская компания, если кто не знал. Они производят не только Havell, он также производит еще и Tank, и множество чего еще. Но почему я сказал Tank? Потому что как Tank, так и Havell — это одни из лидеров нашего рынка. Все их хотят, все их любят, все их ждут. А почему? Ну, потому что надежно, действительно надежно. Очень много лет уже Havell вместе с нами, и за эти годы он себя очень хорошо зарекомендовал. И даже есть завод Havell в Туле. Пока H3 производится в Китае. Но скоро обещают, что будет тоже локализация на заводе в Туле. Ну, понимаете, да? Максимальная локализация. И это приводит к тому, что и поддержка от представительства хорошая, и запчасти всегда в наличии, и сервис очень высокого уровня. По этой причине данный автомобиль занимает третью позицию у нас в России по реализованным автомобилям. Всего было в 2023 году реализовано 1 058 708 автомобилей. Лада на первом месте с показателем 324 446 автомобилей. На втором Черри 118 950. И на третьем месте Havell с показателем 111 720. Ну, а дальше там уже отстающие, ползущие. Ну и, конечно, в ряду Havell самый популярный был по итогам 2023 года Jolyon. Так вот, у нас этот автомобиль построен также на платформе Jolyon. Это платформа Lemon. На ней также построен и Havell Dark. Автомобиль представлен в двух комплектациях. Это премиум и Tech Plus. Tech Plus может идти как на переднем, так и на полном приводе. Премиум всегда на переднем приводе. На обзоре и на тест-драйве у нас автомобиль будет в комплектации Tech Plus на полном приводе. Но для понимания, минимальная цена на комплектацию премиум — на 500 тысяч ниже, чем вот на топовую комплектацию Tech на полном приводе. Итак, давайте познакомимся с нашей оптикой и начнем с передних фар. У нас светодиодные дневные ходовые огни. Светодиоды отвечают за ближний внутри линзы и за дальний свет. Да, то есть, как видите, у нас аж целых 4 линзы на каждую фару. Поворотники. У нас интегрированные дневные ходовые огни. И здорово, что мы можем с вами полностью отключить свет. Это здорово, то есть при заведении, потому что не все так могут. Здесь вы можете стоять в темноте заведенными, никто вас не будет видеть. А у нашего автомобиля есть функция задержки света фар после закрывания центрального замка. То есть вы закрываете автомобиль, и фары ближнего света освещают вам дорогу определенное количество времени, то есть вы устанавливаете в мультимедийной системе, как долго они это делают, и все, после они выключаются. Также у нашего автомобиля есть датчик света, то есть когда он определяет, что на улице темно, он включает ближний свет. Как становится светло, он его выключает. Угол наклона фар у нас регулируется электромеханическим способом внутри мультимедийной системы. А вот так выглядит наша задняя оптика. Яркие стоп-сигналы. Прям реально яркие. Вот когда проходил тест-драйв, они очень хорошо были видны. Но если мы говорим просто об освещении, оно, ну, не так ярко видно, когда вы едете в солнечную погоду. Ну, в ночное время, конечно, будет хорошо все видно. Вот еще раз, да, сравните стоп-сигналы и как светят фонари. Здесь у нас располагается сзади уже противотуманная фара снизу. Это очень здорово. Вот. И при движении задним ходом у нас активируются две лампочки. Опять же, максимально это все эффективно. А вот так выглядят наши поворотники. Вот они, кстати, не так прям выразительно видны. И так же, как спереди, сзади вы тоже можете оставаться невидимыми, когда машина заведена. Это нынче редкость.
Подкапотное пространство. Начнем с капота. Шумотеплоизоляционное покрытие. Также шумотеплоизоляционное покрытие у нас разделяет подкапотное пространство и салон. И еще здорово, что у нас такая вот крышечка, которая сдерживает тепло от нашего двигателя, и капот при этом не должен так раскаляться. Далее, если мы говорим об уплотнителях, они у нас вот здесь, вот здесь. Решетка радиатора у нас, как дуп-опция, защищена сеточкой, ну, чтобы камушки с дороги, соты, да, не попадали на радиатор. И снизу мы смотрим и видим там защиту картера двигателя пыльник. То есть, в принципе, внутреннее пространство у нас все защищено от этой ненавистной грязи. Далее, вообще говоря, под капотном пространстве 60-амперная, как написано, увеличенная аккумуляторная батарея, это здорово. Увеличенный объем бачка омывательной жидкости 4,5 литра, потому что вот на ГАК, если память не изменяет, 3,5, а у кого-то и вообще 2,5 литра. Блок управления компании Bosch. Вот. Тут все-таки понятно. Бошевская турбина, бошевский блок управления. Здорово. Ну а сейчас давайте поговорим о двигателе. Двигатель у нас один и тот же, но отличается своими настройками. Итак, под капотом у нас один из двух вариантов двигателя. Первый — это ГВ-4B-15М. Полуторалитровый двигатель с турбиной на 143 лошадиные силы, 210 ньютон-метр крутящего момента, доступный в промежутке от 1800 до 4400 оборотов. То есть максимальный крутящий момент в этом промежутке доступен. Расход в смешанном цикле 7,7 литра на 100 км пути, разгон от 0 до 100 км в час 11,6 секунд, максимальная скорость 170 км в час. Максимальный преодолеваемый подъем 30%. Второй вариант двигателя — это ГВ-4B-15L. Это также полуторалитровый двигатель, но он уже у нас выдает 177 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента. И здесь он начинает тянуть уже снизов с 1500 оборотов и до 4000 оборотов. Здесь расход в смешанном цикле 8,3 литра на 100 км пути. Разгон от 0 до 100 км в час занимает 9,6 секунд и максимальная скорость 175 км в час. И максимально преодолеваемый подъем — это 50%. Значит, говоря о топливе, топливный бак у нас объем 55 литров, можно заправить автомобиль от 92-го октанового числа. Большое преимущество данных двигателей, они устанавливаются достаточно давно, с 18 года с ними знакомы, были какие-то отзывные кампании, но все в рамках гарантии устранялось. Двигатель непосредственно Great Wall сами для себя разработали в 2018 году, и по отзывам в интернете более 300 тысяч километров данные двигатели ходят. У нас здесь двигатель сам алюминиевый, головки блока чугунные, ГРМ, цепной. Турбина у нас BMTS. Ну, это Bosch Meichel Turbo Systems. Ну, в общем, турбины Bosch. Очень надежные, очень эффективные. Они активно устанавливались также на Volkswagen. И важный момент, чтобы двигатель долго служил, вам нужно вовремя будет проходить ТО. О нем мы позже поговорим, но сам факт. Если вовремя будет проходить ТО, то замечательно. Ну и плюс, конечно, лучше заливать хорошее топливо. Хотя здесь указано, что 92-й можно заправлять, но, опять же, скорее всего, лучше 95-й, чтобы уж прям с уверенностью. Ну и сейчас давайте посмотрим, какие у нас реальные показатели по расходу и по разгону. Сейчас давайте посмотрим, как наш автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час. Замерим два раза. 3, 2, 1, газ. Три, два, один, газ. Ох, как дернул сейчас. Оф. Разгон от 80 до 120 км в час. Три, два, один, газ. А сейчас давайте сделаем разгон 80-120 в механическом режиме, когда наша коробка будет. То есть спускаемся на максимально нижнюю передачу. 3, 2, 1, газ. Ну, как видите, до отсечки, конечно, она дает загрузить двигатель, но не до безобразия, да, потому что защита от дурака здесь также присутствует. Но по расходу в пробке, обратите внимание, то есть машина показывает немало, немало. То есть у нас расход под 14, 15, 25 и так далее на литров. Это, конечно, ну, достаточно большие показатели. Итак, по итогу тест-драйва. 105 километров на машине было пройдено. Средняя скорость 21 километр в час. Сейчас вот. Да, и
5 часов на автомобиле, но очень много машин, я думаю, часа 2 стоял просто заведенный, итого 14,7 литра на 100 км пути. Ну а все крутящие моменты у нас с двигателя на колеса позволяют передать 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями в мокрой ванной. То есть преимущество данного типа коробки по сравнению с, например, классическим автоматом, он значительно больше передает крутящего момента, и у него меньше потери, то есть КПД выше, и, следовательно, меньше расход топлива. Ну и плюс, опять же, данный тип коробки достаточно динамичный, если мы рассматриваем, опять же, классический автомат. Ну а те люди, которые боялись когда-то роботов там в 10-х годах, уже не бойтесь, потому что тогда роботы были не в мокрой ванне, они были в сухой ванной. Вот с появлением мокрой ванны эта проблема давно уже устранена. Ну а привод у нас с вами или передний, то есть все крутящие моменты переходят только на переднюю ось, или полные, да, то есть они переходят на переднюю и могут подключать и заднюю ось. Значит, полный привод у нас реализован за счет электромагнитной муфты BorgWarner Aldex 5-го поколения. Ну и говоря о полном приводе, вы должны понимать, что это кроссовер повышенной проходимостью, это не внедорожник. То есть если затащить его куда-то в грязь, пусть он выглядит очень брутально, но он без блокировок, то есть он не проедет там, где проедет, например, танк с блокировками. Вот, так что, да, вот этот момент надо понимать. Но одновременно с этим, вот мы делали тест-драйв с Coolray'ем, и Coolray на сухой поверхности, конечно, его обгоняет, потому что, ну, более динамичный автомобиль на переднем приводе, более легкий. Вот, но если мы рассматриваем на снегу, конечно, на полном приводе вы обойдете любой переднеприводный автомобиль, потому что у вас будут крутиться все колеса, ну и более уверенное движение. Ну и, конечно, вы можете забираться там на бордюрочки, еще куда-то. Это вот больше для, наверное, таких вещей. Ну и, конечно, снег преодолеть более сложно и выбраться откуда-то. Вот это вот все для этого. Габариты Havello H3. Длина автомобиля 4 метра 52 сантиметра, ширина автомобиля 1 метр 87 сантиметров, высота 1 метр 74 сантиметра, колесная база 2 метра 71 сантиметр, дорожный просвет 196 миллиметров. Снаряженная масса, с учетом уже веса водителя в 75 кг, 1645 кг автомобиль на переднем приводе в комплектации премиум, в комплектации Tech на переднем приводе 1680 кг и с полным приводом 1780 кг. Полная масса — это 2030 кг на переднем приводе автомобиля и 2130 кг автомобиль на полном приводе. Итого максимальный вес одного из четырех пассажиров — 96 кг в премиум и в Tech по 87,5 кг. Гарантия. Она составляет 3 года или 150 тысяч километров пробега. И 2 года, и также до 150 тысяч километров будет постгарантийное обслуживание. Но вы должны понимать, что это гарантия на основные узлы и агрегаты. Для понимания, 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега — это будет гарантия на аккумуляторную батарею. Но вот, например, гарантия на отсутствие появления сквозной коррозии составляет 6 лет без ограничения пробега. ТО нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч километров пробега. По H3 рекомендуется пройти обкатку. Первые 300 километров избегать экстренное торможение. И первые 1000 километров не нажимать педаль газа до упора, избегать работы двигателя на высоких оборотах. Не ехать с постоянной скоростью в течение длительного времени. Старайтесь периодически менять скорость. И не буксировать прицепы или иные транспортные средства. На H3 действует поддержка на дороге. Действует она в течение 3 лет на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Первично вас консультируют по телефону. Если этой консультации недостаточно, то к вам на место выезжает эксперт. Он может решить такие проблемы, как подвести вам топливо, заменить колесо на то колесо, которое у вас в багажном отделении, помочь запустить автомобиль и так далее. Но если есть проблема, которую нельзя решить на месте, то к вам выезжает эвакуатор и довозит до ближайшего дилерского центра. Помощь на дорогах действует в радиусе 300 км от административных границ города, в котором присутствует дилер. Если же ваше расстояние более 300 км, следовательно, вот эти 300 км вы не оплачиваете, а все, что больше, оплачиваете по тарифу того региона, в котором вам потребовалась помощь. Если у вас закончилось топливо, к вам могут его подвезти. То есть подвоз топлива совершенно бесплатно, вы оплачиваете только стоимость топлива по цене того региона, в котором потребовалась помощь. Например, не можете запустить двигатель, пробило колесо. Эти все моменты сможет решить эксперт. Подвеска. Колеса у нас 18 диаметра, и поверх них резина 225-60. На каждом колесе установлен датчик давления в шинах, который выводит информацию на приборную панель. На передней и на задней оси установлены тормозные диски, передние тормозные диски вентилируемые. Подвеска. Передняя у нас по типу Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска у нас независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости. И по ощущению после тест-драйва она немножечко короткоходна, то есть это такой не оффроуд внедорожник, он все-таки больше городской. И какие ощущения по подвеске вызывает автомобиль во время тест-драйва, давайте этот сейчас посмотрим. А вот сейчас буду проезжать лежачего полицейского, ну, на скорости. Ну, заметили, да? Давайте еще раз, но теперь помедленнее.
на небольшой скорости за задней подвеской, причем, мне кажется, как будто бы амортизаторы более мягкие. Ну да, передняя подвеска как будто жестковатая. Также, говоря о подвеске, ну, мне нравится, когда она проходит неровности, достаточно мягенько. То есть никакого дискомфорта я не испытываю, когда мы едем по не очень хорошим дорогам. Но, опять же, конечно, этому способствует еще и достаточно хорошие наполнители внутри сидений. Перестроение на скорости. Ну, многорычажная подвеска настроена для того, чтобы комфортно было, но не для того, чтобы вы резко перестраивались из полосы в полосу. Но мне нравится ход руля, то есть даже если вы немножечко рулем крутите, нет вот этой вот трясучки, которая бывает у спортивно заряженных автомобилей, у кого вот спортподвеска, спортрулевое управление. Здесь ну, вот кручу рулем и продолжаю ехать прямо. Ну а когда нужно, конечно, поворачиваю и все четенько. Но валка по подвеске, мне кажется, даже это поинтереснее будет, чем на Havel Dargo. Сейчас еще раз входим в затяжной поворот. Ну, достаточно быстро ее срывает, то есть чуть повернули рулем, и уже идет скольжение. Тормоза. Правильно отрабатывающие. Ну, чтобы машина оттормозилась, мне нужно будет нажать их, прям вдавить. Еще раз. Ну, очень четкие. Мне нравится то, что они понятные. Мне нравится, что они эффективные, но если вы, правда, любите вот, тормозить, знаете, нажать на педали сразу, чтобы машина встала как вкопанная, это не данный автомобиль. Это автомобиль все-таки для того, чтобы комфортно передвигаться, ну, чтобы комфортно было не только водителю, но и пассажирам, потому что, ну, сами понимаете, дерганное торможение, ну, это такое себе. Здесь вот нажимаю и, прожимая педаль тормоза, машина понимает, что я от нее хочу, и дает мне это. Потому что, опять же, есть вот пример JQ J8. Там тормоза очень острые, то есть, когда вы их нажимаете, они прям вот, ну, прям машина сразу как вкопанная, как по мне, немножечко дергана. Хотя вот супруга на ней ездил, ей показалось очень даже хорошо. Время постучать. Ну, достаточно хороший наполнитель, шумоизоляционный. Вот здесь его чуть-чуть, может быть, не хватает, но в остальном здорово. Но самое здоровское – это кто как закрываются двери. Очень плотненько. И, кстати говоря, передние двери, она прям такая тяжелая. Хотя и задняя тяжелая. Ну, слушайте, уже добротно. Недаром, да, гарантия на сквозную коррозию 6 лет. Вот, по дверям. Они у нас формованные. Да, то есть берется металлический элемент и выдавливается форма нашей двери. А у большинства из множества элементов сваривается дверь. Вот, да, видите, никаких шовчиков. Вот. Дальше, по уплотнителям. Их тут прям много. То есть уплотнитель здесь, снизу, сбоку и также по дверному проему. На выбор у вас один из четырех вариантов расцветки. Это черный, белый, голубой и серый цвет. Это будет не металлик. Вот его, кстати, мы использовали для прохождения тест-драйва. И я замерил толщину лакокрасочного покрытия. По толщине, как видите, достойная. Под 100 микрон у нас толщина. Где-то больше, где-то меньше, но в среднем выходит так. Для понимания, европейские автомобили, классические европейские, это где-то 120 микрон. Так что очень близко. Но вот то, чего нету точно у японцев, например, у той же Toyota Camry, у нас оцинкованные элементы кузова. Причем они целиком оцинкованные. Двери двухсторонняя оцинковка, капот двухсторонняя оцинковка, крылья двухсторонняя оцинковка, крышка багажника, днище оцинковано, лонжероны оцинкованы, пространство вокруг запасного колеса оцинковано. Единственное, что не оцинковано, это крыша. Вот. Ну и опять же повторю, по этой причине 6 лет гарантия на отсутствие появления складной коррозии. И что мне здесь очень нравится, алюминиевые рейлинги по всей длине. Потому что вот GAC GS3, там есть имитация рейлингов, но по факту они никак свою суть не смогут выполнять. Вот здесь прям настоящие рейлинги, причем не скрипят. Машину можно даже ими так ушатать. Панорамная крыша у нас с вами доступна для комплектации Tech Plus. Колесные арки изнутри у нас покрыты пластиковыми локерами. Узнал это слово, да. Как передние, так и задние. Днище. Да, защита картродвигателя у нас пластиковый пыльник. А если посмотрим на днище, ну, тут, к сожалению, чистое днище я увидеть не смог, потому что все автомобили, которые стоят в салоне, уже прошли обработку антишума, антигравия. Ну и теперь ни одного видимого металлического элемента нет. Так что, к сожалению, показать вам, как оно в исходности, я не могу. Но в любом случае, я уверен, что это не зря, да, потому что, ну, большинство автомобилей сейчас идут с голеньким пузиком. Вот тут все это пузико закрыто.
шумоизоляция на скорости 80 км в час. Ну, конечно, когда до высоких оборотов мы раскручиваем двигатель, двигатель мы слышим в салоне. Вместе с автомобилем у вас будет идти вот таких два ключа. Да, ключи у нас полностью пластиковые, по этой причине очень легенькие. Значит, с помощью ключа можно закрыть и открыть автомобиль, открыть крышку багажника независимо от двери и найти автомобиль на стоянке. То есть он будет или мигать, или сигналить, как вы это все настроите. Но думаю, что ключом будете пользоваться редко, потому что у нас с вами бесключевое открытие и бесключевой запуск двигателя. Правда, бесключевое открытие действует на крышке багажника и на водительской двери. Вставляете руку, датчики считывают, дверь открывается. Прикладываете руку, датчики так считали, дверь закрывается. И плюс, наконец-то, Havell вновь вернул систему, телеметрическую систему Havell Connection. То есть вы теперь можете управлять своим автомобилем дистанционно. Запускать двигатель, открывать, закрывать, смотреть, где он находится, смотреть остаток топлива. Вот я, например, на свой Havell установил одну из этих вот систем Starline, вот эту. И я вам скажу, что, конечно, вот и наличие брелка, так подбешивает немножечко, периодически он разряжается. Здесь же уже вот все это встроено, то есть не нужно никаких дополнительных брелков. Ну и также с помощью ключа можно открыть и закрыть стекла. То есть нажимаете на кнопку, удерживаете, стекла открываются или закрываются. Вместе с стеклами закрывается и люк. Зеркала у нас с электроприводом, с обогревом, электрическим способом складываются и раскладываются. На зеркалах у нас светодиодные повторители поворота, а ниже камера, которая входит в содружество камер 360. Как видите, нижняя часть двери у нас защищена пластиковой накладкой для дополнительного фронт-визуала, плюс это действительно практично. Значит, здесь у нас заканчивается дверь, и дальше вот еще часть пластиковой накладки. И здорово, что вот пластиковая накладка закрывает порог. И взаимодействие пластиковой накладки с порогом осуществляется через вот этот вот уплотнитель резиновый. Следовательно, накладка на двери не будет царапать металлическую часть, как, например, у других производителей, в частности, Geely Manjaro. Да, у него просто происходит взаимодействие с металлической накладкой, со временем, конечно, это все протрет. С учетом того, что порог у нас закрыт, когда вы попадаете внутрь автомобиля и взаимодействуете с ним одеждой, ваша одежда остается чистой. Должна оставаться чистой, правда. Вот здесь вот есть, конечно, риск, что, может быть, вы песчинки, но не такие, как у других. Вот. Единственное, что я бы вам очень рекомендовал, с учетом того, что у нас открытая часть нашего оцинкованного порога все-таки присутствует, бронепленочкой до выезда из салона я бы ее покрыл, чтобы во время выхода из автомобиля ни вы, ни ваши пассажиры ее, эту красочку, на порогах не оббили. А шумка-то клевая, садишься, и прям тишина. Это тебе не это, как раньше. Сейчас давайте поговорим об интерьере и начнем с материалов отделки. Вот это наверху у нас твердый пластик. Далее это вставочка из алькантары, с ровненьким шовчиком. Большое преимущество данной накладки в том, что она не отражает солнце, она не бликует на стекло, и не нагревается так, как это делает, например, пластик. Далее, тут у нас глянцевая накладочка, любящая притягивать отпечатки пальцев. О мультимедии большой поговорим чуть позже. После накладочка тоже глянцевая под карбон. И перчаточный ящик, выполненный из пластика твердых пород, имеющий премиальное открытие. По вместительности, давайте смотреть, листок формата 4 входит у нас по ширине и по глубине, достаточно вместительный. И здесь у нас располагается крючочек, на который можно повесить что-то весом не более 3 килограмм. Что мне очень нравится, то, что вот эта вот часть, у меня нет ощущения, что она на меня давит, потому что многие производители сейчас делают эту часть, выпячивают, и вот сидишь такой, как-то некомфортно. Здесь я вижу свои ноги, как бы странно ни звучало, на ступни, а обычно нет, приходится как-то так, знаете, заглядывать. И вот здесь сбоку тоже у нас вот накладочка, следовательно, когда будет нога взаимодействовать, будет, достаточно комфортно. Вообще просторно, вот я прям чувствую, сижу, я не помню, как было на тест-драйве, честно говоря, чуть позже посмотрим, сейчас, как пассажиру, мне прям очень хорошо. Дверная карта у нас выполнена из тех же самых материалов. Вверх это алькантара с уплотнителем внутри. Дальше любящий притягивать отпечатки пальцев накладочка. Это вставочка под карбон, наверное, такая шероховатая. И здесь у нас с вами будет атмосферная подсветка. Вот это все выполнено из пластика твердых пород. Но то, с чем взаимодействует ваша локоть, он покрыт тоже вот этой мягкой алькантарой. Единственное, конечно, как мне кажется, локоточка здесь маловато. Но что очень хорошо, это то, что вот это тоже покрыто мягкой алькантарой с мягкой вставкой. Потому что во время движения, если память не изменяет, я хорошенько так
ногой прикладывался, и было хорошо. Вот, о подлокотниках подробно уже поговорим на водительском сиденье. Единственное, что, конечно, ручки далеко, приходится тянуться. Хотел бы, чтобы ручка была как-нибудь поближе, чтобы не пришлось так тянуться. И вот две накладочки на поверх наших динамиков. GVC. Но, опять же, это в нашей комплектации. Сиденья у нас с вами всегда вот такие, покрытые искусственной эко-кожей, перфорированной, черно-красной. Вот, по регулировкам они могут быть или механические в комплектации премиум, или в нашей комплектации они будут электрорегулировки. Но всегда этих регулировок будет 4. То есть мы можем сдвигать сиденье вперед-назад, спинка наклоняется, спинка поднимается. Говоря о спинке, она наклоняется вплоть до подушки сиденья второго ряда. Сажусь так же, как во всех автомобилях, расстояние кулак, вот так. И, как видите, вот здесь нога не провисает. С трудом один палец входит. Да, несмотря на то, что подушка у нас с вами не регулируется под колени. Если я сдвигаюсь максимально влево, то сюда встает 3-4 пальца. Вот, боковая поддержка здесь достаточно мягкая, и она, в принципе, прикрывает эту пластиковую накладку. Я думаю, не скоро она будет как-то вам пластиковая накладка давить на ногу, когда будете выходить. Ну и, опять же, большое преимущество такой мягкой боковой поддержки, то, что если вы крупный человек и будете на ней сидеть, никакого дискомфорта на ногу она оказывать вам не будет. Значит, расстояние над головой, да, у нас, помним, не регулирует сиденье по высоте. Расстояние над головой здесь 2 пальца, при условии, что у нас с вами панорамная крыша. Если мы будем рассматривать комплектации премиум, где нет панорамной крыши, расстояние над головой увеличится еще примерно на 2, а то и даже на 3 пальца. И говоря вообще о пространстве, то есть, как видите, выношу голову, не цепляю. И здорово, что не ухожу за стойку. Опять же, благодаря тому, что эта центральная часть, она на меня не выдвинута и не приходится отодвигаться. То есть сижу, следовательно, не уходя за стойку, я смогу позволить выходить из автомобиля не вот так вот, как бывает, например, у вас Патриот, да, приходится выбираться. Значит, говоря о габаритах, да, я сказал их, но не сказал рост. 1,90 м и кулак 12 сантиметров. О спинке подголовники поговорим на водительском сидении. Насколько будет комфортно длинноногим, отодвигаюсь максимально назад. И вот только вытянутые ноги стоят на площадке. Следовательно, здесь смогут разместиться очень габаритные люди. Кстати, вот сейчас я бы отодвинулся максимально назад, и видите, я все равно не сильно ухожу за стойку, потому что, если память не изменяет, у Черри, например, у семерки вы будете уходить за стойку, потому что передняя дверь там покороче. Говоря, кстати, о постановке ног. Мне очень нравится, что между ногами войдет еще целая нога. Угол постановки правильный, то есть 46-й размер ноги входит, я даже могу ногу чуть вперед поднять, поднимаю мысок, ни за что не цепляя, но вообще говоря, тут очень просторно. Вот эта вот часть, она не давит. Потому что бывает, эту часть прям давит, а тут вот в этом плане все очень-очень хорошо. Габариты передних кресел. Ширина 49 сантиметров, глубина 49 сантиметров. Итак, количество ограничителей 2, такой европейский стандарт, то есть не надо широко распахивать двери, чтобы попасть или выйти из автомобиля. Посадка. Достаточно легко, не прям чтобы сверхлегко, но для таких габаритов очень даже. Расстояние от колесной арки до двери здесь, кстати, совсем немного. Я бы сказал, так полтора, чуть более полутора кулаков. Но мне нравится наполнитель, да, то есть он достаточно плотный, я не сваливаюсь. Есть производители, у кого вот наполнитель очень мягкий, и сидишь и прям сваливаешься. Здесь в этом плане все очень хорошо. И вот, например, в отличие от Дарго, который у меня, у которого вот эти вот пороги, это удобно, что здесь порогов нет, потому что не цепляешь за них постоянно. Итак, посадка самим за собой. Раз, два. И как видите, расстояние самим за собой, кулак и аж целых 2 пальца. То есть места здесь прям очень много. И плюс, как видите, ноги можно протолкнуть вперед, между ногами войдет примерно пол ноги. То есть длинноногими смогут это легко сделать, потому что воздуховод находится в передней части автомобиля, а сиденье у нас не опущено вниз, следовательно, не давит на щиколотку. Если я ногу поднимаю назад, поднимаю мысок, сюда же ходит аж 4 пальца. Это прям очень много расстояния и для ступни, и вот здесь в области колен. И это приводит к тому, что вот здесь нога у меня не провисает. То есть, если ноги стояли бы так, то, как видите, нога провисала. Так она не провисает. Расстояние от подушки до колена 3 пальца. То есть второй ряд подушек чуть покороче, чем передний. Наполнитель, такой, достойный. В меру мягкий, в меру жесткий. Спинка мне нравится, да, она не особо меня прям окутывает. Норм, хорошо. Угол хороший, да, потому что вот недавно снимал автомобиль, мне вот прям немного не хватило наклона. Здесь по наклону прям все очень хорошо. Подголовник высокий, прям здорово, на своем месте. Расстояние до потолка здесь буквально 2 пальца. То есть так же, как на втором ряду сидений. Но важно, что это расстояние есть. И здорово, что панорамная крыша уходит за голову.
То есть в поле зрения у меня больше окна, нежели вот этой крыши. Но если нужно, все это, конечно, можете вы легко закрыть шторкой. Плюс могу легко головой водить влево-вправо, потому что наш кроп-фактор такой, что мы квадратненькие, а не вот куполообразные, как, вот, например, у GLE Mercedes. Там я головой, вот когда так делал, цеплял. Вот, так что по посадке вопросов вообще нет, очень и очень достойно. Значит, вопрос по тому, что предлагается для нас, для пассажиров второго ряда. Ну, первое, это мягкий подлокотник слева. Рука на нем норм лежит, единственное, не хватает центрального подлокотника, вот его здесь нет ни в какой комплектации, так что, может, какую-то подушечку надо будет сделать. Далее, на сиденьях у нас кармашки, по центру воздуховод. Ну, вот единственное но этого воздуховода, опять же, хорошо, что есть, но могло бы быть лучше, потому что здесь мы можем направить налево, направо, вот так, чтобы одновременно налево, направо, это сделать, к сожалению, не получится. А ниже у нас обогрев сиденья, он для всех комплектаций, обогрев сиденья у нас сказывается на две боковые подушки. Ну, а по центру классический USB разъем. А еще ниже тут место, куда вы можете что-то положить. Втроем здесь сидеть можно. Три ремня безопасности, но, правда, два подголовника. Следовательно, ну, вот, мне будет совсем неудобно по центру сидеть. То есть это только для детей. Вот. И тут у нас небольшой, но все-таки присутствует тоннель. Слева направо, следовательно, вы можете перебираться прям без сверхнагрузок, как это бывает, например, у чехов. Вот. Но лучше, конечно, ноги ставить к своим соседевцам. В комплектации TH+, стекла уже будут затонированы. Вот, если что, хотите, чтобы в премиум, то да, в отдел доп. Оборудования вам тоже их затонируют до выезда из салона. Все стекла у нас авторежим на открытие и закрытие, то есть один раз нажав на кнопку, вы опускаете стекло. Когда стекло опускается, опускается вровень с дверью, и мне нравится высота вот этого дверного проема, ну, не дверного, оконного проема, потому что руку, да, конечно, я задираю, но не так сильно, потому что есть сейчас производители, которые очень сильно задирают, и когда вот дети сидят на втором ряду сидений, они вообще ничего не видят, что происходит. Здесь подушка поднята над подушками передних сидений, и, следовательно, я могу видеть, что там впереди. Вот, верхняя часть здесь твердая, в отличие от мягкой части для водителя и пассажира. Габариты сидений второго ряда. Глубина 48 сантиметров. Расстояние от подлокотника до подлокотника 132 сантиметра. Расстояние от подушки до потолка под прямым углом 93 сантиметра. И по безопасности. На втором ряду сидений у нас фиксатор для установки детских кресел системы ISOFIX. К ним легко можно будет подбраться. Сняли просто заглушки и все, вставляете. То есть, например, в Exit, в X я вообще не смог вставить свое детское кресло одно. Ну, неудобно. Здесь прям максимально удобно и понятно. Далее. Ремни безопасности у нас с преднатяжителем, то есть в случае ДТП они притягивают, чтобы сократить амплитуду во время ДТП. И плюс у нас 6 подушек безопасности. Это 2 фронтальные, 2 боковые, встроенные в сиденье, и шторки, которые открываются как на передние, так и на задние стекла. И вот она, задняя часть нашего автомобиля. На крыше акулий плавник, он же антенна. После спойлера, в который интегрирован модный стильный, как у всех практически сейчас, стоп-сигнал. Вот они везде так делают. Очень небольшое заднее стекло. Это мы с вами потом поймем с тонировкой, с обогревом. Щеточки, кстати, здесь никакой нет. Далее, вот это вот крышка багажника, вот это все металл, вот это вот пластик. На ней располагается кнопка открытия крышки багажника, поскольку у нас крышка багажника с электроприводом. Об этом чуть позже. Светодиодная наша оптика, 4 парктроника, камера, которая входит в содружество камер 360, рядом светодиодная подсветка. Если посмотрим на фонарь снизу, видим там двухпотоковую выхлопную систему. Электропривод крышки багажника у нас для всех комплектаций, но в TH+, это можно сделать таким, крышку багажника можно открыть с помощью ноги. То есть подходите ногой вот так, проводите, и крышка багажника открывается. Также с помощью ноги можно ее закрыть. Да? Еще раз повторяю, только для комплектации TH+. Крышка багажника у нас открылась. Да, ну вот рост 1,90 плюс подошвы я не прохожу. В принципе, так же, как и на Дарго. Погрузочная высота у нас здесь с вами 80 сантиметров. Это немало, немного, но вот как факт. Значит, тут все у нас пластиковое, и в принципе, это нельзя, наверное, поцарапать, но можно. Да, я из этого, например, у себя в автомобиле установил дополнительные накладочки, чтобы это все дело не царапалось. Итак, багажник у нас с вами правильной формы. Ко всему есть доступ. Значит, светодиодная модная стильная подсветка. Единственное, чего я здесь не вижу, розетки на 12 вольт. А хотелось бы. Ну, как говорится, что есть, то есть. Под фальшполом у нас с вами скрывается сабвуфер, органайзер с комплектом инструмента. По сабвуферам у нас скрывается малоразмерное запасное колесо, в простонародье докатка. 145-80R18. На нем можно ехать со скоростью не выше 80 км в час. И говоря о багажном отделении, вообще, мне очень нравится его форма. Мне нравится, что оно квадратное. То есть вот не сильный перепад между верхней и нижней частью. Потому что сейчас, конечно, тренде, вот, чтобы купеобразные автомобили, тем самым, конечно, очень много съедается объем багажного отделения. А вот эти вот прямые формы, они этот объем как раз сохраняют. Сиденья у нас с вами складываются в пропорции 60
на 40. И когда сиденье сложено, у нас с вами образуется, в принципе, достаточно ровная поверхность. Ну, чуть пол повыше. Вот. И теоретически на ней можно полежать, потому что спинки у нас не рельефные, а ровненькие такие. И под фальшполом у нас органайзер, да, следовательно, как бы не на весу висит у нас этот фальшпол. Вот. Ну, а сможете ли вы полежать или нет, давайте посмотрим в разделе «Габариты багажного отделения». Габариты багажного отделения. Объем багажного отделения 493 литра. При сложных спинках сидения второго ряда 1298 литров. Ширина проема по нижней части 118 сантиметров, по верхней части 105 сантиметров. Высота проема 73 сантиметра. По диагонали 118 сантиметров. Ширина в зоне до колесных арок 124 сантиметра. Ширина в зоне колесных арок 100 сантиметров. Глубина по нижней части 78 сантиметров. Глубина по верхней части 60 сантиметров. По диагонали 135 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 144 сантиметра. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 170 сантиметров. По диагонали 206 сантиметров. Ну и сейчас поговорим о водительском сидении. Начнем с того, что здесь уже для всех комплектаций электрорегулировки. И этих электрорегулировок больше. Здесь у нас, помните, было 4, или электрические, или механические. Здесь 6, и всегда это регулировки электрические. То есть мы также можем сдвигать сиденье назад, вперед. Спинка наклоняется, спинка поднимается. И плюс мы можем поднять сиденье, опустить его вниз. Вот сейчас так сяду, чтобы мне было удобно. Нахожусь в самом нижнем положении, расстояние над головой. У меня получается тут 3... Ну, может быть, даже аж целых 4 пальца. Если я поднимаюсь максимально вверх, то так хорошенько упираюсь головой в потолок, следовательно, ход здесь целый кулак. И говоря, кстати, о верхнем положении, обзорность стала еще лучше. Отодвигаюсь назад. Ну, вдруг я захочу так ездить. И что вам скажу? Ну, во-первых, нога правильно идет, потому что у нас нет регулировки под колени, как, например, у Дарго. Да, для меня это было важный аспект в пользу выбора. Так вот, здесь регулировки под колено нет, но, несмотря на это, вот, когда я нахожусь в самом верхнем положении, это делается максимально назад, сижу и норм, и вижу далеко. Вот, но, правда, немножечко волосами за потолок цепляю. Даже сидя наверху, нога вытягивается так, что вот здесь как раз она не провисает. Да, здорово. Ну, а если я опускаюсь вниз и отодвигаюсь максимально назад... Слушайте, да, длинноногим будет здесь комфортно. То есть, получается, только вытянутая нога стоит на площадке удобно. Говоря о постановке ноги на площадке, по мыску, по пятке хорошо, мысок чего-то там за что-то задевает. То есть, нога немного стоит под углом, вот так вот, чуть-чуть. Но не прям, чтобы существенно. Вот. Но 46-й, наверное, размер ноги для нее все-таки большеват. И вот, кстати, я сейчас отодвинулся максимально назад и немного ухожу за стойку. Говоря, кстати, обстановке руки, вот здесь на подлокотнике лежит она норм, а вот если увожу за стойку, получается, немного встречаю угол этой стойки, хотя там есть небольшой скос. Итак, у нас с вами относительно плавный переход, то есть, как видите, здесь есть бордюрчик, но также есть и выемка для локтя. Вот. Но вот единственное, конечно, мне маловато, хотелось бы, чтобы подлиннее была... Подлиннее был бы подлокотник. Вот. Но здорово, что у нас вот эта часть мягкая. То есть, когда вы ногой взаимодействуете, ну, мягенько и хорошо. Очень похоже, сейчас стали делать у UXIT. Раньше вообще у Cherry UXIT этого не было, а сейчас они появились. Вот у них тоже. Раньше, мне кажется, лучше было, но, наверное, мало кто отодвигается за стойку. Ну и говоря о настройках наших сидений, вы их все можете сохранить в одной из трех положений. То есть, нажимаете, удерживаете, и это положение будет сохранено. Вот. И также вы можете активировать систему приветственных сидений. То есть, когда вы выключаете зажигание, сидений, как видите, отодвигаются для того, чтобы вам было легче выйти. Когда вы садитесь, включаете зажигание, они возвращаются в то положение, которое было сохранено. Удобно. И вообще говоря, об удобной посадке. Давайте сейчас руль отрегулирую. А об удобной посадке давайте лучше поговорим на тест-драйве. Там я точно хорошо сел. Мне очень нравится, как меня окутывают сиденья по спинке. Прям здорово. Сижу хорошо. Подушка тоже меня поддерживает, но не сдавливает. Вот сейчас я вхожу в поворот и даже ощущаю вот наличие этой боковой поддержки. По посадке единственное, мне здесь не хватает подушки. Но на Дарго я докупил подушку мягенькую, и вопросов как бы больше нету. Поясничной поддержки здесь нет, но на самом деле как-то даже и не хочется, потому что вот прям провалился и здорово. По обзорности мне нравятся большие зеркала. Пусть вроде бы небольшое лобовое стекло, но оно вот как-то так правильно сделано, что его много в моей жизни. Но вот заднего стекла маловато, да, вот прям чуть-чуть не хватает, потому что вот я смотрю в зеркало и хочу, вот если машина ближе ко мне подъехала, хотел бы ее видеть. Но этого я сделать не смог, потому что ну, там у нас прям это стеклышко небольшое. С точки зрения посадки, значит, слева мне нравится подлокотник.
его не промять. Мне нравится то, что это замша, ну, это искусственная алькантара. И такой же подлокотник по материалу у нас слева располагается. Единственное, что, мне кажется, достаточно он широковат. Хотелось бы, чтобы он был чуть поближе, да, потому что он уведен дальше, чем вот динамик. И получается, что ноги сильно разбросать я не могу, а вот чтобы локти положить, мне нужно будет их разбросать. Мне нормально, но вот если я представлю, что ей будет здесь ездить супруга, ей, конечно, будет этого немного не хватать. И также, конечно, ей будет немного не хватать возможности отрегулировать руль, потому что, ну, мне бы хотелось, чтобы руль сильнее вылетал, ибо вылет у него, ну, не прям сверхсущественный. Так что я по-хорошему бы передвигался вот так. Ну и руки нужно сохранять. Ну, прям чуть-чуть совсем не хватает. Вот, наверх, кстати, руку класть значительно удобнее, чем держать ее внизу. Но, как написали в комментариях, вот такой способ передвижения очень небезопасный. И вот сейчас я уже передвигаюсь, ну, несколько минут в пробке, не прибегая к помощи педали тормоза, педали газа. Вот о чем я вам часто говорю, что ноги я просто разбрасываю, потому что держать их там в вытянутом положении смысла нет. И вот здесь, в принципе, разбросать ноги можно. Мне нравится верхняя часть, она также покрыта алькантарой. И если бы я был без джинс, там, в шортах, или девушка там в юбке, то, следовательно, ну, не было бы какого-либо дискомфорта. И также мне нравится, как взаимодействует левая нога с дверной картой. Тоже такая вот мягкая накладочка из алькантары. Руль. Он у нас с вами обтянут эко-кожей, многофункциональный, с подрулевыми лепестками, регулируется по двум плоскостям, по вылету и по углу наклона. По углу наклона норм, по вылету мне, конечно, немножечко не хватает, чтобы он еще вылетел. Не пойму, почему они не могут сделать еще, ну 3-4, ну 5 сантиметров. Ну, наверное, потому что, ну, сложно действительно. Руль у нас с вами с электроусилителем, и мы можем крутить одним пальцем, но он может менять свою жесткость согласно выбранному вами режиму. Итак, по количеству оборотов. Раз, два, 2,5 оборота. И руль вы можете настроить, да, сделать его легкий, комфортный или спортивный, даже не связываясь с режимами вождения. То есть можете ехать на комфортном режиме, но, например, с тяжелым рулем или наоборот. Руль у нас с вами многофункциональный. Слева кнопки, отвечающие за регулировку громкости, за прокручивание треков, за ответ на звонки. Ответ на голосовое сообщение, включение звука и кнопку, которую можете как удобно запрограммировать. Справа кнопки, позволяющие взаимодействовать нам с приборной панелью. Прокручиваем. Мне очень нравятся эти кнопки, они пришли с Dargo, понятно. Простые и функциональные. И также кнопку, которую можно запрограммировать как угодно. За рулем у нас подрулевые лепестки, да, поскольку мы можем перевести коробку передач в механический режим. На левом рычажке надпись авто говорит о том, что у нас есть датчик света для всех комплектаций, а справа надпись авто говорит о том, что у нас есть датчик дождя. Ну и также у нас будет здесь круиз-контроль снизу располагаться. Вот, он у нас или обычный, или адаптивный, в зависимости от комплектации. В комплектации премиум это будет обычный круиз-контроль, в комплектации Tech Plus это будет адаптивный круиз-контроль, ну а о помощниках мы поговорим с вами чуть позже. Над рулем у нас располагается цифровая приборная панель 12,3 дюйма, и, о чудо, она под козырьком. Это здорово. Действительно здорово, потому что никогда не будет бликовать, но вообще по эстетике очень все здорово выглядит. Вот что мне не нравится у Dargo, это вот его козырек дурацкий, это вот сверху штука, на которой выводится реверс, драйв, нейтрал. Зачем так много места, не пойми для чего. Вот молодцы, все четко продумали. Ну и, конечно, как всегда, у Havel очень качественное разрешение. Все четенько, все понятно, и самое главное, все на русском языке. Информация, которую вы видите перед своими глазами, она будет с навигационной системы, от помощника приходить. Ну, как она выглядит при использовании помощников, мы с вами поговорим чуть позже. Что вообще у нас на приборной панели? Давайте посмотрим наши обороты, развлечения, Bluetooth, ну и непосредственно вся информация по бортовому компьютеру. Ну и давайте посмотрим, что нас окружает. Как уже сказал, слева хороший мягкий подлокотник, здесь блок управления стеклами и зеркалами. Единственное, конечно, для моей руки приходится немного руку сгибать. Хотелось бы, чтобы чуть дальше это было вынесено, и благодаря этому они бы еще сдвинули бы ручку вперед, и подлокотник чуть подлиннее. Вот было вообще шикарно. Что не сделали? Ну, наверное, потому что. Дальше, по центру у нас подлокотник. Очень хороший, мягенький, обтянутый нашей замшей алькантары. Под ним органайзерик вот такой вот. Это двухуровневое, по сути, пространство, создающая штука. Ну и глубокое пространство, когда мы эту штуку убираем. Вот, сюда можно поставить 4 бутылки. Я бы даже сказал, по 0,5, наверное, можно будет поставить. Выше 2 подстаканника. Жалко, что они без фиксаторов. И их место расположения говорит о том, что вот здесь стоит стакан, здесь стоит стакан, а вот здесь типа лежит ваша рука, и она должна будет лежать как-то вот так, чтобы не цеплять со стаканами. Не люблю расположение, когда вот здесь стоит подстаканник. Что не сделать здесь? Опять же, наверное, потому что. Электрический стояночный тормоз. Он у нас автоматически включается и отключается, когда вы начинаете движение. Главное быть пристегнутым. И сам активируется, когда вы останавливаетесь, переводя коробку в режим паркинга. Вот, Mode. Вы можете выбрать один из нескольких режимов.
Коробка передач. Да, кстати говоря, коробка передач, она у нас не переходит автоматически в режим паркинга, если вдруг открывается дверь, когда вы едете на драйве. Мы это пробовали, у Colray переводилось, здесь нет. Вот. Некоторые говорят, это хорошо, не убивать коробку. Мне больше нравилось, чтобы оно переводилось, чтобы не привело это к непредвиденным ситуациям. Слева располагается кнопка старт-стоп. Вот. Ну а выше у нас место, куда вы можете положить свой телефон. Да, это просто место для того, чтобы он тут лежал. А здесь место, где вы можете подзаряжать свой телефон. В комплектации Touch Plus будет беспроводная быстрая зарядка на 50 Вт. Ну и вообще, эта часть, вы обратите внимание, она такая парящая. Вот. Ну а ниже у нас располагается пространство, куда вы можете очень много чего положить. Плюс здесь два USB-разъема, ниже розетка на 12 вольт. С пассажирской стороны только для подзарядки, а с водительской для подзарядки и передачи дат. О мультимедии мы с вами поговорим чуть позже. Выше зеркало у нас обычное, классическое, понятное. Далее кнопочка AeroGlonass, светодиодная подсветка, блок управления нашим люком, нашей шторкой. Вот, ну и кнопки подсветки. Козырьки у нас обычные с зеркалами, но без подсветок. Климат-контроль у нас с вами дул-зоны, и давайте сейчас подробно о нем поговорим. То есть вот так он выглядит, отдельно можете регулировать для левого, отдельно для правого, или можете синхронизировать, и он будет управляться с одной кнопки. Да, вот тут вы можете нажать обогрев, водитель, АЦ включен для отопления. Угу. Нажимаете одну кнопку, и сразу температура, как видите, задралась вверх, обогрев сидений начал активироваться. Нам эта штука не нужна. Вот, значит, что у нас есть в рамках настроек? То есть мы можем с вами включить режим авто, да, и машина будет подавать ту температуру, которая нам нужна. Можете включить процесс рекуперации, но такая скорость чрезмерная. Итак, по настройкам. Значит, режим кондиционера стандартный, комфортный, сильный. Я выбираю комфортный. Он будет менее шумный, но, конечно, менее эффективный, нежели, например, сильный. Обогрев форсунок переднего ветрового стекла выключить, включить. Авто он тоже может определить. Отпотевание. Быстрое включение кондиционера. Обогрев, настройка соответствующей функции нагрева. Обогрев рулевого колеса, подогрев сидения, водитель, передний пассажир. Включить для отопления, обогрев переднего лобового стекла. Ну, в общем, вот здорово, все здесь у нас есть. Ну и давайте сразу туда, коль мы об обогреве говорим, что у нас есть. Обогрев передних сидений, обогрев сказывается как на спинку, так и на подушку. Обогрев рулевого колеса, вот тут вы можете включить. Обогрев лобового стекла и, как мы с вами поняли, обогрев форсунок. Ну и, конечно, обогрев зеркал и заднего стекла. Так что у нас максимально теплый автомобиль. И говоря об обогреве лобового стекла, он у нас целиком нитевый, то есть вся площадь лобового стекла обогревается. Ну и плюс говорят, что все эти функции можно активировать через приложение. Это вообще шикарно. То есть приходите к автомобилю, машина уже нагрета, если мы рассматриваем зиму, и охлаждена, если мы рассматриваем лето. Ну а сейчас давайте подробно разберем нашу мультимедийную систему 12,3 дюйма. Она такая же, как и приборная панель, вот, но только сенсорная. Итак, значит, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, тут все на русском. Это уже хорошо. И давайте по блокам сейчас пройдем. Значит, свайпаем сверху вниз, вызываем горячие клавиши. Здесь у нас громкость меди мы можем отрегулировать, громкость навигации, подсветка, активировать спуск с горы. Дальше беспроводную зарядку включить-отключить, экран выключить, панорамный вид. Здесь активируется система Auto Hold. Атмосферная подсветка, да, тоже можете включить, отключить. И динамическая стабилизация. Вот. И все, что касается по настройкам, то есть можете какие-то моменты сюда добавить, какие-то можете отсюда убрать. Далее, это тоже у нас основное меню. Вы можете его как удобно реконфигурировать. Да, так можете брать и передвигать, куда вам удобно. Вот единственное. Время, получается, нельзя передвинуть. Но остальные, да, можете направлять, как вам будет удобно. Вот. Ну и сюда выводятся, так скажем, это горячие клавиши. Это наше домашнее меню, это мультимедиа, это настройки по Bluetooth, это климат-контроль, это мультимедиа, но об этом чуть позже. Настройки по автомобилю и основное меню. И давайте сейчас по нему, по основному меню и пройдем. Значит, как вы поняли, у нас есть возможность подключить телефон по протоколу Bluetooth. USB-видео мы можем с вами просматривать. Причем без задержек. Ну да, вообще без задержек, очень четенько отрабатывает. Вот, вы можете отдельно отрегулировать, чтобы видео работало в движении. iSpace, что интересно такое. Это режимы. Режим Cave Time. И тут активирует вот такую приятную картинку, меняет настройки руля сидений, и все, вы сидите, расслабляетесь одним нажатием. Или вот дом. Ну, не очень мне нравится музыка, которая здесь играет, но как факт, то есть вот такие вот настройки, я так понимаю, их можно отдельно поднастроить. Далее, давайте пройдем по настройкам, вообще какие у нас здесь есть. Это подключение, что касается, точка доступа, звук,
Да, это настройки нашего звука, громкость медиа, громкость вызова, громкость звонка, музыка, анимация при запуске, давайте это уберем, система звукового сигнала, предупреждение средний и тихий, настройка звука на основании скорости, опять же, тут все это регулировать. Вот, и настройки звукового эффекта, но их мы с вами посмотрим позже, когда будем смотреть акустическую систему. Дисплей. Переключение яркости, компенсация яркости, центральный экран, настройки, автоматическая синхронизация времени, Россия, параметры, дюймовая система, метрическая, язык английский и русский. И персонализация. Это как кнопку вы можете запрограммировать. Панорама, телефон, обогрев сидения водителя, обогрев рулевого колеса, автоматический режим кондиционирования. Ну, удобно, да, нажали на кнопку и все активировалось. И настройка рулевого справа. Да, то есть можете одну, можете второй. Вот это все, что касается наших настроек. Ну и сейчас давайте пройдемся по настройкам автомобиля. Итак, салон. О сиденьях мы с вами уже говорили. Тут беспроводная зарядка, можете активировать ее или деактивировать. Снаружи автомобиля автоматическое открывание двери багажника, разблокировка при выключении двигателя, уведомление о блокировке дверей. Зеркала раскрыть, сложить мы можем, да, вот таким нажатием. Режим складывания ручной, авто, опять же, можете определить. Ну и окна, да, они автоматически закрываются в зависимости от скорости, автоматически закрываются окна при блокировке дверей. Ну и люк плюс козырек вы можете отдельно здесь взаимодействовать. Задержка освещения салона. Тут вы определяете, как долго будет освещать салон. Поиск автомобиля, опять же, можете определить сигнал, мигание или еще что-то. И двойное мигание при экстренном торможении. То есть эта функция удобная, когда вы экстренно тормозите, начинают мигать аварийки. Приветственное освещение. Светодиодные приборы при открывании авто. Светодиодный прибор при закрытии авто. Ну, это вот, чтобы приборка загоралась или нет, вы можете это регулировать. Атмосферная подсветка. Включаем, выключаем подсветку. То есть, как видите, она у нас на дверных картах располагается. Здесь вы можете, согласно музыке, одноцветную подсветку выбрать. То есть ту, которая вам именно нужна. Вот, статическая или дыхание. То есть, чтобы она дышала, шевелилась или нет. Ну, или мультицвета можно выбирать, как удобно. Вождение. Память режима вождения, да, это удобно, то есть вы сохранили, каждый раз не настраивали. Система стабилизации включили-отключили, автоматическое удержание автомобиля. Система спуска с горы, система динамической стабилизации, напоминание о непрямом положении руля, удобная штука. Напоминание об усталости за рулем, режим усиления на руле. О парковке мы с вами поговорим чуть позже. Ассистенты, о них чуть поговорим позже. Другое. Сброс настроек. Вот, в общем, все основные наши настройки. У нашего автомобиля Android Auto и Apple CarPlay. Самое главное, что все это работает по воздуху, без какого-либо провода. Вот, то есть, видите, вот лежит телефон, я его предварительно соединил по проводу, и сейчас машина без помощи провода работает с моим телефоном. Важный момент, в отличие от зеркала экрана, я могу выключить телефон и могу положить его на беспроводную зарядку. И самое интересное, что я могу пользоваться любыми другими приложениями, вообще не относящимися к Android Auto, и машина, следовательно, будет спокойно, ну, как бы никак не будет на это реагировать. Android Auto, Apple CarPlay — это удобная система, и в отличие от всех конкурентов, только, в принципе, на HVL маршрут с навигационной системой Android Auto, он выводится на приборную панель. Да, очень удобно. Очень удобно, Android Auto, да, то есть вот тут мы показываем какой-то, делаем маршрут, ну, давайте, неважно, какой, история, Ленинградский вокзал. И машина сейчас будет выстраивать, ну, точнее, навигационная система Яндекс будет выстраивать маршрут. Все, выстроил маршрут, машина показывает, буду ехать 51 минуту. И здорово, что информация с навигационной системы выводится и на приборную панель. Ну, это прям здорово, то есть... Не нужно отвлекаться. Акустика. В комплектации премиум будет 6 динамиков, а в нашей комплектации целых 16 динамиков, GVC динамики, сабвуфер, усилитель. В общем, все, что нужно. Плюс идет, я так понимаю, усилители какие-то леса. Ну, в общем, что-то вибрирует в спинах меня как водителя и моего пассажира. Вот. Ну и давайте послушаем, как звучит акустическая система. Заходим в раздел музыка, USB, и послушаем, как она звучит. Опорная частота 60 Гц. Ну, понятно, все дребезжит, потому что реально басы здесь очень сильные. Вот, ну, кстати, не прям уж сильно дребезжит. Дребезжит в области дверной карты, но не более. И давайте послушаем, как звучит музыка. Ну, басы, конечно, здесь очень хорошие, громкость тоже на очень высоком уровне. Ну, это прям, ну,
Приходится, как видите, увеличивать громкость голоса прям до нельзя. Ну, здорово, здорово. И по громкости, и по этим. Да, единственное, может быть, не так чисто, как могла бы, наверное, быть, но это с учетом того, что сделал настройки. Говоря, кстати, о настройках, давайте сразу по ним пройдемся для мультимедийной системы. То есть, вот смотрите, у нас с вами звук, что мы здесь можем сделать? Вот наш GVC, положение водителя, настройка звукового поля на рулевом колесе, объемный звук 2D, 3D, ритм сидения водителя, вы можете выбрать силу ритма и также силу ритма отдельно для пассажира. Вот. Точность баса низкая, средняя, высокая, опять же, да, то есть это сейчас и была невысокая басистость, если была высокая, вообще все задребезжало. Вот, эквалайзер, вот, причем опять низкие частоты не были высоко задраны. Вот. Так что, если еще задрать, еще будет более басисто. Но вы должны, конечно, понимать, что у вас снаружи тоже слышно. А сейчас давайте проверим нашу музыку. Есть у меня заготовленный трек именно для саб-буферов. Ну что, поднимем громкость до полного. Звучит очень громко и реально басы. То есть все трясется. Нет вот этой вот тряски. Мы позже с вами проверим, как она трясется непосредственно на децибелах. Но вибрация происходит. Я не понимаю, что вибрирует. Или заднее стекло, или это стекло. То есть вот как показывают, когда сильный сабвуфер устанавливается. Ну, музыка прям крутая. Ну и плюс эта вся крутость добавляется вибрации внутри сидения. То есть, я так понимаю, там или валики, какие-то дополнительные или динамики стоят. Ну, в общем, прям звучит. Слушайте, музыка здесь, да. Говоря о парктрониках, у нас их 4 передних, 4 задних и 4 камеры для кругового обзора. И давайте посмотрим, как данная система работает. Итак, у нашего автомобиля камера заднего вида. При движении назад активируется задняя камера. При движении вперед активируется передняя камера. Сейчас мы вот берем 3D. Вот передняя камера. Как видите, как задняя, так и передняя с динамической разметкой. То есть вы можете плюс выбрать вариант, чтобы ваш кузов был виден или не виден. Если будет невиденный кузов, то, следовательно, информация с передней и задней камеры будет сохраняться. И вы, когда будете над чем-то проезжать, что было до, оно будет отображаться под. Вот. И плюс мне нравятся и такие виды. То есть это когда мы смотрим вперед, видим, куда мы приезжаем. Это можем нажать и посмотреть на заднюю часть. Вот так все удобно. Можем посмотреть 2D, можем посмотреть 3D. А вот так, когда в 3D, вон наш там старший брат за нами наблюдает. А панорамная активность. Когда транспортное средство поворачивает на низкой скорости, автоматически отображается изображение левой, правой слепой зоны. То есть, ну, удобно. Выход из панорамы на какой скорости, аварийное торможение на низкой скорости. Это тоже можете включить или отключить. Парковка. Значит, говоря о парковке, у нас задние и передние парктроники, плюс вы можете активировать вид на 360, панораму активировать на минимальной скорости, выход из панорамы на какой скорости, опять же, можете это определить. И автоматическое торможение на низкой скорости. Это доступно только для нашей комплектации, то есть, когда вы передвигаетесь задним ходом, и машина видит препятствие, если эта функция активна, то вы остановитесь. Пользуюсь на Havell Dargo очень эффективно и удобно. Вообще, считаю, Havell одни из лучших камер. Правда, чтобы активировать, нужно куда-то заходить. В этом плане мне попроще. Можно кнопочку, этот обогрев, вот, мы активировали камеры. Видите, у нас прозрачное шасси. То есть он запоминает с передней и задней камеры все, и потом у нас получается прозрачное с вами шасси. Вот это очень хороший вид. То есть, как видите, видно, куда заезжают ваши колеса. То есть, если вы куда-то запарковываетесь, ну, прям изумительно. 3D-вид, это вот слева, да, и едем задним ходом. Камера с динамической разметкой. Все показывает четенько, куда мы приезжаем. И сверху мы это видим, и сбоку тоже. Вот, и плюс, как видите, показывают, отлично отрабатывают парктроники, да, то есть... Все четенько видно. Ну а сейчас давайте поговорим об основных отличительных особенностях комплектации премиум от комплектации Tech Plus. И это помощники, коих в Tech Plus большое количество. То есть если мы говорим о стандартной, они, конечно, есть везде, ABS, ESP, курсовая устойчивость, это все понятно. Плюс у нас круиз-контроль предлагается в комплектации премиум, то есть вы просто установили скорость, с этой скоростью автомобиль передвигается, неважно, есть или нет препятствия. А вот в Tech Plus появляются помощники, уже такие активные. То есть вот если мы возьмем тот же круиз-контроль, он адаптируется к потоковому транспорту. То есть
есть ваша задача установить дистанцию до предыдущего автомобиля, и машина сама начнет разгоняться и тормозить. Вот, тормозит она вплоть до полной остановки и способна стоять до 3 минут. Вот, и потом вновь начинать движение, если нажмете на педаль газа. А без вашего вмешательства она способна начать движение спустя 3 секунды. Ну, в общем, очень классная тема. Машина в пробках отлично себя ведет. Плюс есть функция слежения за полосой движения. Она анализирует благодаря камере, которая располагается под лобовым стеклом, дорожную разметку, и в рамках дорожной разметки вас будет удерживать. Плюс также эта штука еще анализирует дорожные знаки. Можете адаптировать дорожные знаки к круиз-контролю с запасом в 10 километров. Вот здесь мы с вами посмотрим. Плюс мониторинг слепых зон. Да? Машина анализирует пространство слева и справа и выводит вам информацию на зеркала и на приборку. И плюс она может вас удержать в полосе, даже если вы с включенным поворотником преодолеваете полосу. Да? Потому что система слежения за полосой движения, она как раз направлена на то, чтобы без поворотников из полосы вы бы не вышли. Но важный момент, что данная система работает, конечно, если есть полоса. И еще очень классный помощник, конечно же, это функция экстренного торможения. То есть машина определяет, насколько она, насколько велик риск столкновения. Если он велик, машина сама может затормозить. Плюс есть умное отклонение от движения. Если, например, поедете по полосе по центру, а справа большой грузный автомобиль, так вот машина немножечко уйдет в сторону, чтобы не врезаться в нее, потом вновь вернется в центр. Но вот когда мы делали тест-драйв с Кристиной, сравнивая Courey и H3, как бы ей эти помощники не нравились. Мне помощники, наоборот, очень понравились, потому что, ну, как бы я ими пользуюсь, постоянно практикую, и мне они действительно помогают. Так что, если хотите узнать стороннее еще мнение относительно работы и вообще эксплуатации данного автомобиля, насколько он интересен, посмотрите наше сравнение H3 с Courey. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как данная система работала на практике. Итак, я устанавливаю вот здесь скорость, то есть очень удобное расположение у Хавелла под рулем. Ну, как у Mercedes это раньше было, вот Havel это интегрировал, я этим пользуюсь на Havel Dargo, ну, очень действительно классная штука, как она работает. То есть мы с вами просто тянем на себя, дальше устанавливаем скорость, выше которой машина наша не будет разгоняться, максимальная скорость 150 км в час. Вот, ну, мы ставим 130. Вот, шаг идет по 5 км, и все, машина дальше сама разгоняется и тормозит. Тормозит она вплоть до полной остановки. Ну, единственное, что ваша задача выбрать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Впереди пробка, я еду на адаптивном круиз-контроле, и машина сейчас мне интересно, как, насколько плавно она будет оттормаживаться. Ну, делает это достаточно легко и просто. Ну, прям очень деликатно оттормозилась. Я убрал ногу с педали тормоза, с педали газа. Машина продолжает передвигаться и делает это очень плавно. То есть для пробок, для вот, если вы надолго передвигаетесь, неважно, в город, за город, вот эти помощники, они действительно помогают вам не напрягаться, вот как функция слежения за полосой движения. То есть она вмешивается в управление, но она помогает вам. То есть вам, чтобы повернуть, не нужно сверхсильно прикладывать усилия. Машина сама все это делает. И вот также она сама сейчас передвигается в пробке. Остановилась, предыдущий автомобиль начал движение, она начала тоже разгоняться. Но единственное, мне очень нравится плавность разгона. Давайте сменим режим. Переведем машину в режим эко, ну и плавность разгона изменилась. То есть ни на тормоз, ни на газ, еще раз повторю, я сейчас не нажимаю. То есть она сама передвигается благодаря радарам. Передо мной машина стоит более 3 секунд, и для того, чтобы начать движение, я должен нажать просто на педаль газа. Машина понимает, что вновь я активирую адаптивный круиз-контроль, и она вновь начинает сама разгоняться и тормозить. То есть минимальное воздействие, взаимодействие с автомобилем. Некоторые могут написать, я люблю чувствовать свой автомобиль. Ну, это понятно. Но чувствовать свой автомобиль в пробке, я думаю, мало кто хочет. То есть на трассе, окей, отключить все помощники не нужно. Но вот когда нужно, в городе, в пробке или на трассе, я думаю, что пользоваться вот этими помощниками, это прям то, что нужно. Есть маленькое но по адаптивному круиз-контролю, он все-таки работает за счет радаров. И если вы едете, например, в очень снежную погоду и залепились радары, то адаптивный круиз-контроль не будет срабатывать. Функция слежения за полосой движения. То есть машина, благодаря камере, которая под лобовым стеклом анализирует дорожную разметку, предварительно в мультимедийной системе вы все настроили, да, чтобы система срабатывала, не только предупреждала, но и срабатывала. И все, машина сохраняет полосу даже при вхождении в поворот. Вот. Но, правда, да, машина долго не будет так вести себя. То есть, как видите, она сигнализирует, что возьмитесь за руль. Все, и система отключилась. Наша система достаточно четко отрабатывает, то есть вот мы входим в поворот, с поворотниками она нас выпускает. Но если мы хотим выйти из полосы не без включенного поворотника, то есть она воздействует на руль, ну и причем достаточно ощутимо, чтобы вас вернуть в полосу. Плюс происходит вибрация на руль.
И здорово, что когда машина поворачивает, она также снижает скорость. То есть при вхождении в поворот адаптивный круиз-контроль снижает свою скорость. И помимо всего у нас есть экстренное удержание полосы. То есть если мы перестраиваемся и там есть опасность, даже с включенными поворотниками машина все равно будет воздействовать на руль для того, чтобы вернуть нас в полосу. И на зеркалах у нас располагается мониторинг слепых зон. То есть у нас выводит на приборную панель информацию, ну и также на зеркалах желтые лампочки загораются, чтобы вы видели, что слева и справа есть опасность. Это действительно удобно. Ну что, подведем итог. Минута субъективности. И тест-драйв на автомобиле прошел, и сравнительный тест-драйв на автомобиле прошел, провел обзор. И я вам скажу так, что когда я пересел в Havel Dargo в этот автомобиль, мне он не сразу понравился. Ну, по некоторым причинам. Мне не очень понравились сидушки, потому что мне не хватало регулировки под ногу, мне не хватило нескольких опций, которые там есть, а здесь их нет. Например, проекции на лобовое стекло я привык. Но потом, когда на этом автомобиле поездил, я понял, что он очень компактный, при этом достаточно просторный. То есть действительно очень много места в автомобиле. Что мне здесь очень понравилось? Мне понравилась, конечно же, эта мультимедийная система. Мне понравились помощники, которые действительно в Havel очень хороши. Мне понравился козырек. И мне понравился простор на втором ряду сидений. И при этом мне еще понравился багажник, потому что здесь багажник больше, чем в Dargo. Вот. И, конечно же, мне этот автомобиль больше понравился по сравнению с Coolray, потому что Coolray шустрый, конечно, очень автомобиль. Но вот мне не совсем хватило в нем того простора, того комфорта, который дарит данный автомобиль. Ну и плюс, это новый автомобиль, он интересный, он оцинкованный, он с гарантией. Плюс, конечно, уже с той телематикой, то есть можете с помощью телефона управлять всем функционалом автомобиля, это большой плюс, потому что у меня в автомобиле к телематике, к сожалению, нет. Пришлось устанавливать Starline, который постоянно разряжается метком и шумит. Вот. Но есть но, да, мне не очень понравилось, как работает двигатель. Шумновато. То есть, когда вот вы задираете обороты, прям реально шум в салон попадает. То есть, эта машина не про драйв, это про комфорт. Управляется он, ну не прям чтобы хорошо. То есть, вот крутите рулем и страшновато. Планомерное передвижение по трассе, по городу, с комфортом, на помощниках, с отличной музыкой, с отличной атмосферой, акустикой. Ну, в общем, да, не про драйв этот автомобиль, это про комфорт. Так что приезжайте, знакомьтесь с автомобилем вживую, проходите тест-драйв, и буду рад вас поздравить с покупкой.